стационаре Ульяновской детской городской клинической больницы внедряют бережливые технологии. Помогает проект «Эффективный регион», направленный на повышение доступности, увеличение эффективности и сокращение времени оказания медицинских услуг. Мы стараемся перестраивать работу приемного отделения. И, соответственно, сейчас мы разработали план маршрутизации пациентов на круглосуточный дневной стационар. Мы разделили потоки. И, значит, разработали памятки для педиатров по направлениям в отделение и для родителей. Теперь перечень документов и список анализов всегда под рукой и у врачей, и у пациентов. Родители приходят в регистратуру к конкретному времени. Это сокращает обслуживание. Для комфортного пребывания детей на лечении в стационаре установлена удобная навигация. Кроме того, руководство больницы создало алгоритмы работы регистратора и медсестры, в которых разделены обязанности. Это помогает медикам обслуживать пациентов быстро и качественно. У нас появился другой ЭРМИС, поэтому он нам нравится лучше, как-то быстро. Качественная работа наша улучшилась. В стационаре больницы дети проходят лечение от сердечно-сосудистых, неврологических и других серьезных заболеваний, которые требуют оперативного лечения. Поэтому модернизация процесса обслуживания очень важна для пациентов. Нет уже такого количества людей, то есть нет очередей. Все проходит очень быстро. Сегодня меня удивило то, что у них, видимо, появилась база. Потому что меня уже сегодня уточняли уже просто по базе. Не то, что вот они там, как обычно, от руки все пишут, а уже по базе спрашивали. Благодаря работе медперсонала по новым методикам родители больше не тратят много времени на оформление документов, а их дети начинают лечение с первого дня госпитализации. Изменения уже положительно отразились на качестве обслуживания, но еще предстоит много работы. В планах внедрения тех решений, которые мы уже приняли, для которых на данном этапе нету, скажем, материальной базы, ну, таких как, например, вот в окне регистратуры мы уже определили работу двух медицинских сестер вместо одной. И для этого нам надо два окошечка регистратора. Напомним, что в прошлом году детская городская клиническая больница Ульяновска стала первым и единственным в регионе образцом применения бережливого производства среди всех государственных учреждений региона. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.